Всем привет! Сегодня у нас всей семьей намечается выходной день, да и у всей Кореи, потому что сегодня 1 мая, день труда. И мы всей семьей собираемся поехать в Alpaca World. Это ферма с альпаками и другими животными. Мы там ни разу не были. Ехать нужно в соседний город. Эта ферма находится в 2,5 часах езды от Сеула. В общем, думаю, что будет классно. Детям обязательно понравится. Я в этом на 100% уверена. Но на нашей машине маленькой мы, к сожалению, поехать не сможем. Очень далеко. И это место находится в горах. А наша машина не выдерживает поездку в гору. То есть, когда она поднимается по склону, начинаются проблемы с двигателем. Она начинает шуметь, дергаться. В общем, страшно, что она по дороге сломается. Но скоро у нас появится новая машина, что не дождусь этого момента. Уже совсем скоро. Мы сегодня берем машину свекра, а он поедет сегодня на нашей машине. И муж уже пошел меняться машинами. Мне нужно самой собрать себя, также приготовить детям обед с собой. В общем, дела мне куча. Мы на месте, добирались мы 3 часа, за нами сейчас приехал шаттл-бас, который довезет нас до самой фермы с альпаками. Стоимость билета 18 тысяч вон. Дети до 36 месяцев проходят бесплатно. И сама ферма работает до 6 часов вечера. А вот карта самой фермы. Она довольно-таки большая, находится в горах. И мы еще взяли с собой 2 мини-карты, на которых можно ставить печати. Всего на карте 10 локаций, где можно поставить печать. Кирюшка уже нашел первую из них. Это такая вот интересная миссия для детей. Соберешь все печати, и в конце, на выходе, можно что-то получить за эти печати. Мы так и не особо поняли, но, видимо, это какой-то подарок. Когда Кирилл про это услышал, у него прям глаза загорелись, и это явный знак того, что мы посмотрим абсолютно все, поставим все печати, и Кирилл будет счастлив получить подарок. 다 한 곳에 모여 있어. 딴 데도 많이 보고 있어. С помощью этих монеток можно купить корм для альпак. Кеми. Я не знаю,
이거 밥을 하고 좋아? 나도 줘. А здесь страна кроликов. Такие милые крыльчата. О, совсем малыши. Ой, какой быстрый. А сейчас перерыв на обед. Заказали еду, хот-доги, такпоки, пельмешки жареные. Все это уличная еда. Детям я дома еще приготовила отдельно сосиски, чумак-паб. Вкусно? Здесь везде такие склоны, подъемы. Подниматься тяжело. Устал? Нет? Вот у кого много сил. А больше всех я завидую Илю. Он просто сидит в коляске, его толкают в гору. Ну а сейчас мы на самой вершине. Больше подниматься не нужно будет. Здесь находится такая вот поляна. Детки бегают. Погода сегодня классная, нам повезло. Вау, какие они красивые. Привет, малыш. Папчуля, я? Да. Папчуга, сипа? 사진 다 찍다? 응. 아, 이쪽 맞는데요? 여기 화살표가 이쪽으로 가래요. 사진아. 불러봐. 파슬이. 어디서 가? 이렇게? 세나. 세나. 너 더 줘? 얘도 줘? 푼푼 야, 예. 이 사슴 줘봐. 있다 있다. 사슴아 여기 있다. 사슴. 에. 미안. 반칙이야, 반칙. 반칙이야. 얘, 얘 멀리서 던져야지. 어. 얘라. 일. 얘라. 와. Привет, малыш. Кушает. Ой, посмотрите на этого сладкого. Здесь еще есть. Вот этот рыжок. О, яуя, яу, самангю. О, и там лисичка. Ой, ой, тортилла. Привет. Можно покормить мясом хищных птиц. Немного страшно, но это делают даже дети.
Нам разрешили зайти, посмотреть на них поближе. Нельзя заходить за эту отметку. Мы поставили все печати. Посмотрели на всех животных, что здесь находится. Сейчас нужно купить воды. И после мы поедем обратно в Сеул. У нас остались еще монетки, поэтому купили два последних стаканчика корма. И будем кормить ими альпак. Сзади тебя. Видимо, альпаки уже не голодные. Скорее всего, их уже перекормили. Но посмотрите на эту милоту. Альпака пьет молочко другой альпаки. Правда, это не детеныш. Через стикеры. О, ты самая милая. Пако? А пока? О, я не пако. Чаки. Камсамнида, Эзи. Камсамнида. Нингисиньо. Ой, это тоже милые. Ну а мы тем временем уже в Сеуле. Обратно мы ехали еще дольше, целых 4 часа. Мы жутко устали и жутко голодные, поэтому решили заехать в наш любимый Чиктан. Это кафе, где можно пожарить мясо на гриле. Все очень вкусно, дают много бесплатных панчанов. И есть еда для детей.